Администрация городского округа Химки проводит тематические встречи для жителей разных возрастов. Так, в детской школе искусств имени Верстовского прошла встреча любителей народного творчества. Зрители, жители микрорайона Левобережные, артисты, старший хор школы искусств. Представление тематическое, посвящено старым народным праздникам. Песни и танцы юные артисты рассказали про святки, откуда пошли колядки и другие старые славянские традиции. Надоели все страдать, давайте лучше танцевать! Особое внимание уделили народным играм и забавам. Зрители искали ответы на загадки. Рождественские посиделки пришлись по душе жителям Химок. Вам понравилось сегодня? Очень. А что больше всего понравилось? И детки понравились, и песни понравились, и история про наши колядки. Мы же этого тоже не знали. Встреча была яркой, во многом благодаря педагогу Татьяне Марковой. Она работает в детской школе искусств почти 5 лет. Сама из Вологодской области, русское народное творчество любит всем сердцем и душой и прививает любовь к народному творчеству своим ученикам. У нас есть такой предмет еще — народное творчество, на котором мы с ребятами знакомимся с народным календарем. Мы знакомимся и с играми с народными, и с танцами. У нас есть хореография традиционная. И то есть это не просто так, что мы просто там рассказали и все. Это мы изучаем, мы смотрим какие-то другие коллективы. В этом году встреча любителей народного творчества прошла впервые. Территориальное управление микрорайона Левобережный планирует и дальше проводить тематические встречи с жителями городского округа. Следующая пройдет в конце января. Всю информацию можно получить в социальных группах территориального управления микрорайона Левобережный. Узнать более подробную информацию, а также о том, как стать участником следующей встречи, можно по телефону 8 495 570 34 98.